Дорогие друзья, привет! Я Фикс Прайс, Калантай 41, Санкт-Петербург. Продолжу показывать африканскую коллекцию. И привезли еще новинки, полезные в быту. Приятного просмотра! Подушка с кантов 50 на 70 сантиметров. Наполнитель натуральные материалы. 50% пух перо, 50% хлопок. Производитель Россия, Иваново. 299 рублей. Искусственный декоративный цветок. Я так и не поняла, что это за цветок, как называется. На длинной ножке. Ножка стальная, покрыта полипропиленом. И цветки сами жесткие. Вот разных расцветок. Ярко-синие, ярко-красные. Цена 77 рублей. Декоративная ветка. Листочки пальмы. Длинный, 80 сантиметров. Ножка жесткая, из стали. Листочки разные. Очень красиво будет создать композицию из сухоцветов этих листочков. Цена 77 рублей. Сухоцвет для интерьера и флористики. Длина 68 сантиметров. Это ивовый пруд, упакованный в красивую коробочку. Очень будет красиво смотреться в высокой напольной вазе. Веточки разной изогнутости, разной курчавости. Цена 249 рублей. Большая вместительная косметичка. Внутри все прекрасно обработано, подкладка. Ручка для переноски. Можно поставить и шампунь, и лосьоны, и гели, и кремы. Чего угодно. Состав полиэстер, нейлон, сталь. Есть несколько расцветок. Повторюсь, очень аккуратно сделаны. Очень мне понравились. Цена 199 рублей. Новые кошелечки симпатичные, двухцветные. Внутри стандартный набор. Много отделений для карточек, для купюр, для мелочи. Несколько расцветок. Состав полиуретан, нейлон и сталь. Цена 199 рублей. Не могу налюбоваться на новую коллекцию. До чего же она хороша. И все так аккуратно сделано. Просто чудо. Ароматическая свеча в стакане из африканской коллекции. Свеча сделана из парафина. Стаканчик из стекла. И стакан такой же расцветки и дизайна, как коробка. Сверху есть небольшая дырочка, и можно понюхать, как это все пахнет. Есть несколько запахов. Гордения и ваниль, розовая вода, грейпфрут и черная смородина, бергамот и амбра. Все пахнет чудо как хорошо. Можно купить себе или в подарок. Упаковано все очень красиво и аккуратно. Цена 199 рублей. Интерьерная тарелка панно из новой африканской коллекции. Посмотрите, она такая многоярусная. Сделана очень аккуратно. Вот так она будет смотреться в интерьере. Но лучше брать несколько, конечно. Они все разные и яркие. В нашем магазине 4 дизайна. Состав дерева и картон. Произведено в России, город Москва. Цена 99 рублей. А это маленькие тарелочки-магниты 7 на 7 сантиметров. Это маленькая копия декоративных тарелок панно. Такие же дизайны. Яркие, красивые. Все четко прорисовано. Производитель России, Москва. Цена 55 рублей. Очень мне понравились вот эти декоративные тарелки. 30 сантиметров в диаметре. Они как металлические, но вообще-то это МДФ. Все вот так будет в интерьере смотреться. Несколько дизайнов есть. Все четко прорисованы, все индивидуально красивые. Вот это очень красивые.
Цена 199 рублей. Тройная шкатулочка, ключницы. Вчера показывала вам. Декоративное панно 28 на 18 сантиметров. Сделано из дерева, картона и ламинации. Несколько дизайнов. Вот так будет смотреть в интерьере. Ну, конечно, будут смотреться несколько картинок. Все из африканской коллекции. Все по-своему симпатичные. Сделано в Китае, цена 99 рублей. Налобный аккумуляторный фонарь с кабелем USB 20 см для подзарядки. Регулируемый угол наклона, есть магнит, два режима свечения, время работы до 5 часов без подзарядки. Срок службы светодиодов 10 тысяч часов. Цены не было. Наушники с микрофоном идеально подходят для активного отдыха и занятий спортом. Стереоразъем 3,5 мм, длина провода 120 см. Срок службы 1 год. Простите, но при мне все это развешивали и ценника пока не было. Зато были расцветки – черные, голубые, белые и красные. Привезли увеличительные стекла, когда-то они уже продавались у нас, с подсветкой, пятикратное увеличение, работают от двух батареек, их нет в комплекте, срок службы светодиодов 10 тысяч часов, световой поток 250 люменов, есть несколько цветов расцветок корпусов, а цены опять не было, простите. Появилась очень нужная штучка, такая кисть для нанесения маски. Вот это, она такая эластичная, приятная. Щеточка очищает поры. Гнется. А лопаточка для нанесения самой маски. Состав силикона, алюминий и полистирол. Есть разные расцветки. Голубая, сиреневая и розовая. Цена 99 рублей. Появился новый декор для дизайна ногтей. Вот тут цветочки, звездочки, золотые звездочки. Есть другие расцветки, розовые, голубые, золотые, перламутровые. Есть руководство по применению. Пляжная женская обувь. Очень нарядная. Смотрите, какая красивая. Цветочками. Размеров немного. 2-3 размера всего. И вот такие вот есть сланцы-шлепанцы. Сделано все аккуратно в России. Цена 149 рублей. Женские джинсовые летние туфельки. Очень легкие. Смотрите, расшиты пайетками золотыми. И джинса такая состаренная, потертая. Вот такие еще сетчатые есть пляжные туфли. Цены 199 и 149. Новый гель для душа 250 мл от Palmolive Mango. Производитель Турция. 77 рублей. Новые красивые заколочки для девочек. Две розочки. Состав сталь и эва. Розочки такие держат форму. Есть желтые, голубые, розовые. Цена 55 рублей. Опять привезли наборы малышек. Вот такие маленькие баночки. 4 штучки по 35 мл. С яркими цветными крышками. Идеально подходит для хранения соусов, приправ. Удобно брать с собой в поездку, на пикник. 55 рублей. Симпатичные закрытые купальники для взрослых.
спинка открытая. Расцветок очень много. На ощупь они очень приятные, мягкие. Состав полиэстер 87 и 13 эластан. Вот много расцветок, но все в основном пестрые. Размер 42-50. Цена 199 рублей. Друзья, покажу, какие книги в этом магазине. Новые появились. И что-то из старых экземпляров осталось. Вы посмотрите пока. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание. Не забывайте подписываться. До скорой встречи. Наслаждайтесь летом. И пока.